И в продолжение темы подведены итоги республиканского конкурса чтецов «Читаем Кугультинова». В нем участвовали 57 финалистов отборочного этапа. По итогам завершающего тура определены 4 победителя и 14 призеров. Лучшими чтецами признаны ученицы Листинской многопрофильной гимназии Айлана Дулахинова, ученик Калмыцкой национальной гимназии имени Кичикова Андрей Аргадыков, ученик Листинского лицея Эрик Балюгинов и ученица Алтынхутинской школы Альмали Джиева. Я очень горда, то, что в нашей такой маленькой республике есть такой поэт, как Давид Никитич Кугультинов, который прославился на весь мир, и его стихи знают абсолютно все. Мне понравилось участвовать в конкурсе, я буду продолжать. Я посоветую учить свой родной язык и гордиться этим. Я думаю, современным детям, которые изучают произведения золотого, серебряного века русской литературы, конечно, будет тоже важно и все еще актуально изучать произведения Кугультинова и прочих калмыцких писателей. Победителей поздравила исполняющая обязанности министра образования и науки республики Булгун Ангирова. Впервые конкурс был организован в 2017 году к 95-летию поэта. В первую очередь проект призван развить интерес детей к чтению литературы. Профессиональное жюри отметило, что выступления школьников порадовали своей выразительностью, артистизмом и эмоциональностью. Юные чтецы были достойными конкурентами друг друга. За 5 лет мы заметили, как у нас вырос, во-первых, качество проведения этого конкурса в школах, в муниципалитетах. И впервые был такой вот большой объем участников. И членам жюри было очень сложно выбрать. По условиям конкурса мы должны были определить 1 победителя и 3 призеров. Но получилось так, что у нас 4 победителя и 14 призеров. И мы надеемся, что вот из среды именно этих детей вырастут будущие наши народные поэты и писатели, будущие литературные критики, продолжатели айратской, калмыцкой литературной традиции.